абсолютная конкретика по ситуации, поэтому внесем ясность. Идет действительно большая политическая игра. И начинается абсолютно конкретная приборка, генеральная уборка на политической арене Латвии. И вот тут будет убираться именно партия Яунай Слайкс. И под ну а своим... как она будет убираться? Ну как, у нее рейтинг в гору идет, Андрей, народников падает, Виктор. Хронология, я сейчас объясню. Абсолютно конкретно, Яунай Слайкс похоронят под своими обломками и с Сабидриба, с этой политикой. И Пилсон из Касавианиба похоронит всех этих хоббитов. Вы помните, как сказал Гирт Лаузес Кристовскис? Политика для меня только хобби и ничего более. И почему это происходит? Да просто потому, что у Яунай Слайкс видение меркантильное и только тактические задачи. В то время как ЛППЛ, ССС, Конесцентр, Сталтас партия, у них видение задач стратегическое. И вот браво, господин Гапоненко. Именно поэтому Яунай Слайкс получила от законодателя индульгенцию на дальнейшее грехопадение перед латвийской нацией в угоду МВФ и Еврокомиссии. И хронология, Андрей, очевидная. Только господин Закис сказал, что мы убираем Розентала и Заванса, тут же ультиматум Шкелы соответственно. Домбровскис говорит, сепаратных переговоров не будет, и Талтас партия выходит. И теперь они остаются в одиночестве, Яунай Слайкс, им предоставлена полная и абсолютная возможность обхохотаться. По полной. И не забывайте. Спасибо, Виктор. Не забудем. Глубокое знание предмета. Надо сказать, 6735-7431, телефон прямого эфира. Глаз народа, глаз Божий. Помните такую пословицу, господин Гапоненко? Вокс попул и вокс деус. Да. А мне еще понравилась новость сегодняшняя, что господин Домбровский запретил автобусы оранжевого цвета. Я понимаю, что это никак не связано ни с народной партией, но тем не менее. Но тем не менее теряются бойцы по пути. Госпожа Барча решила выйти из фракции, по крайней мере, Народной партии, народницей она не была, министр, один из пяти оранжевых министров Индалдрис, министр культуры, сказал, что будет продолжать работать. Отряд не заметил потери бойца, господин Гапоненко? Я думаю, что бегство будет дальше продолжаться, и вопрос идет вообще о переструктуризации всего политического ландшафта Латвии, который в настоящее время сложился. Уход Шкелы привел к тому, что он потерял административный ресурс, которым он достаточно успешно всегда использовался на выборах. Он рассчитывал на то, что сможет шантажировать Яунайс Лайкс, находясь в оппозиции, что-то поддерживая, что-то не поддерживая, получая какие-то ресурсы. Но вот последний... Сейчас так и будет на 47 голосах. Последний ход Урбановича, который сказал о том, что он будет из оппозиции поддерживать все положительные решения Яунайс Лайкс, по существу выбивает оружие из рук и первой партии, и народной партии. Теперь в течение полугода... Есть другой сценарий. Будут... Первая партия может согласиться войти в правительство на оставшиеся реформированные 3 кресла из 5. А я не думаю, что они это сделают. Если они это сделают, они точно так же погибнут под обломками нынешней политической системы, о чем говорил вот телезритель, который позвонил. В его словах есть доля правды большая. Господин Розенвалдс, вы покачали головой под тезис о первой партии. Не, ну я вообще думаю, что, скорее всего, ну вообще в Латвии очень трудно что-то прогнозировать, да, но я бы все-таки позволил себе сказать, что, как мне кажется, правительство Домбровского просуществует до выборов, как правительство меньшинства. Никто не будет особенно раскачивать лодку, как мне кажется, потому что... А кто будет всеми голосовать за эти проекты? За Пчел вместе с Тевзом, да, и Гражданским Союзом? Да, вполне возможно. И кроме того, я думаю, то, что они остаются вне правительства, дает им очень хорошие возможности маневра. То есть, с одной стороны, ну, мы можем поддержать, но мы в то же не берем на себя всю ответственность, да. Это первое. Но, кроме того, вот я хочу продолжить то, что господин Гапоненко сказал. В отношениях между Новым временем и Народной партией есть еще один интересный аспект. То, что Штелла ушел из правительства, означает, что на полгода, по крайней мере, ну, меньше, чем, ну, до выборов, он оставил в руках Нового времени очень важный свой ресурс. Это бюрократия. Потому что во многом бюрократия исторически формировалась, так сказать, как ну что ли, продолжение Народной партии. Не Народной, а да, Народной партии. И в этом смысле я думаю, что здесь есть, в свою очередь, дополнительная возможность маневра для Нового времени. То есть мы не будем так уже
шерстить бюрократию, а вы, ребята, ведите себя тихо. Так что в этом смысле, я думаю, что это важный момент. И кроме того, мы должны еще учитывать следующее. Как бы мы ни относились сейчас к валютному фонду, Европейскому союзу, но это очень важный внешний фактор, который влияет на политические процессы в Латвии. Но это вы понимаете, профессора и, можно сказать, золотой интеллектуальный фонд страны. Бабушка на кухне, которая не получала полгода пенсию в полном объеме, слава богу, что по решению Конституционного суда стала получать, она в лице МВФ и господина Рэпши, я смею предположить, видит самых главных врагов, ее личных, бабушки. Ну, знаете, это уже, я думаю, и все-таки я бы хотел сказать то, что господин Гапоненко сказал, действительно, я не знаю, можно ли назвать харизмой, потому что Домбровский, конечно, внешне очень не выглядит харизматичен, но тем не менее имеет какое-то, вот его аргументация, его поведение имеет какое-то влияние на аудиторию, да. И я бы хотел сказать, что все-таки, и надо сказать, за этот год какие-то успехи есть в том плане, что, ну, разъясняется, ребята, а что делать-то, да, вот скажите. Да? Рецепта нет ни у кого, конечно, ну, да. Всем выгодно критиковать, сидеть да, в оппозиции. Говорил, давайте как плохо, пинку. Да. Но в этом смысле я думаю, что все-таки история, по крайней мере, показывает следующее, что, к сожалению, 20 лет нашей истории показывают, что более-менее разумные решения латвийская политическая элита всегда принимала под сильным внешним давлением. Ой, я вот могу однако. Здесь раскрыть небольшую тайну. Я присутствовал на переговорах, которые вела Международный валютный фонд и Еврокомиссия с оппозицией. Главное условие, которое они выдвинули по отношению к правящей коалиции и сообщили об этом, нужно принять бюджет до лета, до конца лета. С тем, чтобы не было опять того же фортеля, который выкидывали перед муниципальными выборами, когда оттягивали решение, и в конце концов налоги повысили на следующий день после того, как прошли муниципальные выборы. Они сказали, этого больше не будет. И вот это вот тот водораздел, после которого Ишкела ушел в оппозицию и по-другому стало конфигурироваться все политическое пространство. Вот с этого момента поподробнее. А чего это вдруг Международный валютный фонд и Европейская комиссия пошли, в принципе, говорить с оппозицией? Они больше не верят правящей элите? Прямо не было об этом заявлено, но из контекста разговора выходило то, что они воспринимают Центр Согласия и Первую партию, поскольку она была приглашена, как уже партию, которая победила на выборах. И вела на полном серьезе разговор на эту тему и просила не очень жестко критиковать правительство, разрешить принять этот бюджет. То есть уже рассчитывают как на реальную политическую партию, с которой придется разговаривать через полгода. Не очень жестко это как? Критиковать не очень жестко. Разрешить, поскольку предыдущий бюджет был очень слабый, его можно было, если было время, там был один день на принятие, не критиковать тот бюджет, который создаст правительство и позволить. Ну, на это было отвечено, что если будет такой бюджет, как в прошлом году, то критиковать будут. Давайте послушаем Юрия из Олайна. Еще один звонок нашего телезрителя. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такая, в общем-то, значит, проблема. Вот интересно, как Яуна Слайкс, которая объясняла, что она будет, вот создали этот триумвират для того, чтобы бороться с олигархами, вдруг приглашала.